Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш переходник с одуванчиком М42 Nikon. Вот он ваш переходник, крышечка, целенький, как видите, одуванчик. Когда вы вставляете одуванчик в камеру, переходничок с одуванчиком, поступайте очень аккуратно. В этом виде переходников нет стопорного винта, но стопорное отверстие позволяет не перекрутить переходник в камере. Совмещаем красную точку на переходнике и средний контакт одуванчика с белой точкой в камере. Немножечко поддавливаем и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Видите, я запрограммировал все диафрагмы от 2 до 16 и фокусное расстояние 58 мм. Вы выбираете нужную диафрагму на объективе и потом ее же ставите в камере или наоборот. Также я вам пришлю комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на таком виде объективов с двумя кольцами предустановки диафрагмы. Очень аккуратно обращайтесь с одуванчиком, и он вам прослужит долгие годы. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.